Всем доброго утречка. Мы сегодня за завтраком, да, поймали себя на очень такой интересной мысли, что неплохо, что и пасмурно, потому что будет жарко. А мы сейчас вспомнили, как мы когда-то гуляли в Саранске, когда было очень жарко, когда дети такие, как вареные картошки, ходили с нами. И мы сегодня пришли в парк под Дубново. У нас сегодня последний пасмурный день. Завтра у нас, по идее, должно быть тепло, и мы начнем уже ходить на море. Мы на это надеемся. Что, здесь есть что-нибудь? Не, ребят, мы не будем туда ничего делать. У меня контейнер огромный, мне даже туда не поместится. А так мы нашли место. Смотри, какая она огромная. Обалдеть. Вот здесь мы, там сзади у нас мама с Анечкой. Мы высоко не поднимаемся. Мы боимся. Что ищем? О, смотри, какая бабочка. Всего за нее фотографируется. Надо тоже сфоткаться. И я, говорит, ребят, как? Сейчас мама покажет, как нужно стрелять. Да, мама матерый. Все, молодец. И колесо обозрения такое же, как в Сердобске. О, собаки там кого-то жрут уже. Есть очень много собак, короче, прям очень много вообще. Который сидит, очкует. А мама? А, тоже. Так, смотрим, где у нас море. Вон оно море у нас, видно его хоть. Хоть море видно, хоть на том спасибо, как говорится. Да кораблики даже видно. На самом деле есть весь в лесу прям, да, смотри. Прям весь как будто в лесу. О, тут эти машины. Ага, картинг видно. Но вид не очень, кстати, с этого, с колеса обозрения. Все, мы уже пошли вниз. Слава богу. Я очень боюсь вообще все это, не знать, какой стресс. О, почти! Да, да, да. О, класс. Нет, ты, Лере, подавай бананы. О, молодец. Какая-то странная штука. Что-то идем куда-то, идем, да, вообще идем, непонятно. Ой-ой-ой. Да, блин, мы что, обратно что ли должны идти? Непонятно, как тут. Вот, ходить. У нас уже ужин. Короче, мы здесь никак не можем найти выход. Пойдемте вот сюда, вы куда пошли? Нет, мы там были. Точно? А мне кажется, мы там не были. Здесь тупик. Стой, мама. Зай, ты где? Я тут. Вы куда? Иди сюда быстрее. Ой, мы зашли в тупик. Вот свет. Значит, мы где-то здесь. Мы опять на вход, что ли, пришли? Да. Мы зря сюда зашли. О, и мы не нашли выход. Что возвращаться через вход, а так прикольная штука, мне понравилась. Вообще прям страшно, потому что я начала паниковать, дети начали отдавать. Начинаем клаустрофобия. Ладно. Все. У меня прям, ну, это, стресс. Я вышла, у меня ладошки подняли. Ёшкин, кошкин. Наконец-то мы пришли. Да, но опять мы не идем пришли. Купаться. Мы опять мы идем купаться, мы просто его смотрим, созидаем, так сказать. Приехали на набережную, на центральную. Вот. Вот. О, вареник, смотрите, я хочу посмотреть вареник. Смотри, какой вареник. Царь вареник вообще, всем вареником вареник. А ты думаешь, он с творогом? А мне кажется, он с вишней.
это... Нас рисуют шаржи, портреты. У нас сегодня, кстати, первый день на море спокойно. Вон там рыбки кому-то ноги обгладывают. Смотри, разные сувенирчики здесь. Значки. Даже магнитики есть, есть вам. Есть Азовское море. Что это такое у нас? Азовские сладости. Это какие-то сладости, да. Пошли, малыш. Как нам, помнишь, привозили про салами? Что там? Друг из Ейска. Кружки всякие, тиктоки. О. Не, вот это вы прикольные, брат. Такой красивый спуск. Вот мы идем дальше изучать местную набережную. Гулялись по набережной и идем на море. Опять ноги мочить, да. Ой, здесь что-то выложено из камней. Собственно говоря, вон уже конец набережной. Вот, смотри, можно фотографию сделать? Какую фотографию? Вот рамка. А, давайте сделаем. Вот так вот и подошел у нас еще один день к концу.